ждать. Юрий Галинин, контрабас, сложные слова. Андрей Соколов, скрипка, волосы, очки. Юлия Валерьевна, горящая голова, аккордеон и кристальный честности голос. Вместе без Ленинград. Итак, сейчас прозвучит композиция в стиле транс. Шедевр. Сейчас мы практически поджигаем обруч, в который за неимением льва будет пропрыгивать Юрий Леонидович. Вот. Песня называется «Кольцо огня». Философская вещь. Прямо вот из Ветхого Завета сюжет об Иисусе Навине и Иерихонской битве. И о трупах иерихонских, которые разрушали стены. Да. Действительно, не веселые песни. Хочется поговорить немножко на высокие темы и о благодати, которая снисходит. Да. Партия скрипки из слышанных мной сейчас прозвучит. Это та песня, после которой многие могут почувствовать в себе пробуждающийся талант скрипача. Это часть партии скрипача. Вот почему я ее так люблю. Также это довольно непростая партия для контрабаса, поэтому Юрий Леонидович очень волнуется. Моей маме нужен зять.
нашем самочной комбайне называется «Момент Леонидыча». Опять, на тебя момент за моментом, момент такой. Сначала плов, потом поем, потом момент любой, сейчас твой. Пока еще нет, есть.
На самом деле, о чем бы ни была эта песня, но хоть немножко можно сказать, что она полулегенда о неком духе, который на лодке забирает погибших моряков после бури. И они видят эти души погибших моряков, только одинокий фонарик, который горит в этой чалой. Песня, потому что негры на работах знали только два вида песен. Один был spirituals, это в церкви. Другой то же самое, но на поле, когда хлопок собирали или что-нибудь молотили. Итак, топ-блок, 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 топ-блок. Но есть один нюанс, дорогие мои. Чтобы они не засыпали от монотонности ритма, иногда будет сбивка. И вот догадывайтесь сами, где эта сбивка будет. Короче, услышали все. Готовьтесь. Держитесь. Ну вы держитесь там, да. Чувство ритма не у всех есть, но вы держитесь там. Главное, меня не сбивайте, а то я и так вот это... Жарко мне очень. For a long time.
от собственного сочинения, потому что мы же не так чужое играем, да? Вот да! Ребята, мы вас готовили, готовили к этому и, наконец, подготовили. Сейчас прозвучит песня, которая называется «Колокол». К счастью, вот так, доможу. Как? Вы не любите гитаристов? Вы просто не умеете их готовить. Да. Сейчас прозвучит песня на английском языке, и она называется «Колокол». У нас даже собственные песни с потоками на английский язык. Готовы? Once upon a time, Brother Roger was drunk. He danced like a freak and he sang as a punk. He tore the castle and sailed around. Forgot about man's name, he chooses a hammer. He was the door for it was holding at the bell. He went top the bell tower and then he put in the bell. He was too much sin. I never had one, but he was excited to win. He played all the laws like his father said. In the name of a god, he became something mad. He did the door where it was older than hell. He went out of a tower and then he opened the bell. You know this could be.
сейчас будет песня, которую, возможно, вы подпоете. Вот. Ее написал Трент Майкл Резнер, но все почему-то считают, что ее написал Джонни Кэш. Наверное, потому что Джонни Кэш в свое время исполнил ее чуть ли не лучше, чем автор. По крайней мере, автору так именно показалось. Да. Итак, давайте... Что если вы добавитесь, мы все страницы просматриваем, со всеми дружим. Если здесь есть та девчонка, которую мы... Так, все. Я лично удалил
потому что мы решили зайти к ней на страницу, ей там что-то понравилось, она вступила в сообщество, оказалось, ее услуги стоят 1500. Андрей Михайлович сказал, почему так дешево? Это не наш уровень, и мы ее удалили. Да, вот так вот все и случилось, да. Если что, прости, дорогая, не со зла. Не со зла. Вот, но мы на самом деле рады всем. Итак, Бизон Грасс, Юрий Галинин, Андрей Соколов, Юрий Батова.